Жильцы Демидов-парка в Новоалтайске наконец-то получат ключи от своих квартир. Подрядчик обещает сдать дом в уходящем году. Об этом заявили в Минстройтрансе региона. Как пояснили в ведомстве, сейчас подрядчик устраняет ряд замечаний. Всего в доме 754 квартиры. Их дольщики ждали 6 лет. Заселять жильцов Демидов-парка должны были еще в 2016 году, однако застройщик заявил о финансовых трудностях. Власти региона нашли нового подрядчика, который закончил работы на собственные средства. Удалось это после того, как край решил приобрести в долгострой квартиры для сотрудников Новоалтайского тубдиспансера на сумму около 200 миллионов рублей. Кстати, только медики получат квартиры под ключ, остальные жильцы будут самостоятельно заниматься отделкой.